Так, я вас рад всех приветствовать на своем канале. И сегодня мы поиграем в Vampire Chronicle Formation Service. Это трудно объяснить, но, короче говоря, типа коллекция файтингов, то, что на Западе известно как Darkstalkers, в японском как Vampire. Франшиза Capcom по мифическим монстрам. Короче, Darkstalkers, одним словом. Так, как у меня там по камере. Все, нормыч. Нормыч. Хотя, наверное, можно было так приподнять чуть-чуть. Сейчас я буду использовать ASCII pad fighting или FT, белый 6-кнопочный контроллер, который был все время выпущен только в Японии для Dreamcast, чтобы нормально играть в файтинги на данной платформе. Очень понятно. Yeah.
Yeah.
Sasquatch. Оборотень.
Такая вот, в принципе, очень быстрый геймплей. О. 1cc. Каски я первое место. Вообще говоря, такой вот был геймплей Vampire Chronicles Dark Tower. Или Formation Service, как оно вообще-то первоначально называлось. Просто я назвал Dark Tower Chronicles. Это то, что на PSP потом было переиздано для всего остального мира, то есть в Японии и в других странах. А до этого каски вот это вот, грубо говоря, все персонажи и все варианты ведения боя, они каски были все объединены для Dreamcast версии. То есть, в принципе, здесь все персонажи из всех Darkstalkers. Вот. И здесь можно менять систему боя, то есть можно выбрать из первой части, из второй части, из третьей части, потом, из дополнительной части Vampire Chronicles Formation Service. Даже 2000 года. Офигеть. В принципе, что я могу сказать? Dreamcast подключен через VGA кабель к VGA CRT монитору, прям вообще ну, просто супер. Картинка просто сногсшибательная. Причем как бы в VGA режиме здесь удвоение линий включено сразу. Ладненько, всем до скорого видоса, всем покедово.